Добрый день, меня зовут Олег Власов. Я вам сегодня расскажу в этом видео о настройке шаблона WordPress Andrina. Этот шаблон есть в основном репозитории тем WordPress на сайте WordPress.org. Я его скачал буквально пару дней назад, перевел и хочу вам его предоставить для бесплатного использования. Сейчас вы его видите у меня на локальном сервере с моим переводом. Автор этого шаблона inktema.com. Вот его сайт. Вот. И вот этот шаблон, но платный. Платный вариант, то есть перед вами здесь это так называемая версия Lite, облегченная версия, которой нет некоторых функций, а именно в платной версии вместо картинки на главной странице работает слайдер, также есть социальные кнопки и некоторые еще функции, ну, в частности обновления и так далее. В бесплатной версии, в принципе, все тоже нормально. Здесь только вместо слайдера стоит картинка. И все вот эти вот блоки, все они настраиваются со стороны консоли администратора. Вот. Поэтому я вам сейчас в видео об этом расскажу. Я думаю, вам это поможет. Когда вы скачаете шаблон и захотите его настроить, посмотрите мое видео, и вам станет все понятно. Установка шаблона стандартная. Загружаете, активируете. После активации шаблона у вас появится в разделе «Внешний вид» страница «Темы Option». Откройте ее. Вот. И здесь перед вами будет небольшая консоль настроек. Здесь я перевел то, что этот шаблон версии Lite. Платный, стоит у автора $45. Вот здесь можно посмотреть. Вот его шаблон, и вот платная версия. И вот ее цена $45. А теперь несколько слов о настройках. Итак, здесь есть три вкладки. Главные настройки, настройка главной страницы и настройки стилей. Давайте по порядку рассмотрим. Значит, ну, кастом лого. Вы можете добавить свой логотип вместо логотипа автора. С помощью этой панели вы сначала готовите логотип на своем компьютере, потом нажимаете кнопку Upload, находите ваш логотип, вот, ну, допустим, как вариант. Он загружается и, видите, здесь появился. После этого нажимаете кнопку Save All Change, сохранить все настройки, потом появится такое окошко «Настройки обновлены». И на главной перегружаете, и у вас появится ваш логотип. Если вы хотите удалить, нажимаете кнопку Remove. То же самое можно сделать с значком Custom Favicon. То есть готовите на компьютере значок. Здесь автор советует значок делать размером 16 на 16 точек. Что касается, кстати, логотипа, здесь тоже автор подсказывает, что логотип должен быть размером не более 221 точка в ширину и 84 точки в высоту. Поэтому, пожалуйста, это учитывайте. Ну, по поводу значка понятно. То же самое. Нажимаете, ищете значок, добавляете его, и он будет отображаться вот здесь, вот в этом месте. Вкладок. Трекинг-код. Здесь вы можете добавить код Google Analytics или, допустим, того же Яндекс.Метрики. Как вставлять, я думаю, вы знаете. Следующая вкладка Home Setting, Home Page Setting. Здесь давайте внимательно посмотрим все. Настроек здесь много, потому что страница сама по себе необычная. Главное, вы видите это. Давайте рассмотрим каждое. Значит, первая ссылка здесь — это настройка вашей основной большой картинки, вот этой.
Здесь стоят по умолчанию картинки. То есть, когда вы установите и активируете шаблон, то у вас будут вот эти все изображения, ну, кроме вот этих двух, это я добавлял. Вот это видео будет, вот эти четыре картинки будут, и вот эта основная большая картинка. Для того, чтобы заменить на свою, сначала готовьте заранее ваши будущие файлы изображений. Здесь автор подсказывает, какого размера надо подготовить эти картинки. Большая картинка должна быть не менее 950 точек в ширину и 460 точек в высоту. Ну, допустим, давайте посмотрим вариант. Ну, к примеру, интерьеры. Вот здесь есть у меня большие картинки. Ну, вот любую из них берем, открываем. Видим, как значок здесь показывает загрузку. Появляется изображение. После этого нажимаем кнопку Save All Change. Настройки обновлены. Перегружаем главную. Вот, и видим, у нас появилось новое изображение. Теперь следующая настройка. Это касается вот этого заголовочка маленького. То есть вы можете его создать здесь с помощью вот этих вот двух полей. Первое поле — это заголовок сам. Видите, тут написано заголовок темы. Ну, к примеру, добро пожаловать. Давайте мы напишем. Вот. А здесь напишем короткое описание. Нажимаем сохранить. Перегружаем. Вот видите, у нас появилось здесь наш добавленный текст. Так, следующие настройки. Main Heading. Homepage Main Heading. Напишите здесь текст в заголовке для главной страницы. Значит, что это такое? Ну, давайте просто сравнивать с авторским, просто чтобы вы понимали. Вот здесь, у него нету здесь, да? Ну, давайте я напишу сейчас, вы поймете. То есть этот заголовок будет вот здесь, в короткий слоган. Что такое слоган, я думаю, вы знаете. Ну, к примеру, добро пожаловать на сайт нашей компании, которая готова предложить вам красивую мебель. Теперь нажимаем сохранить, перегружаем страницу. Вот, и вы видите, появилось у нас какой-то слоган. То есть здесь может быть просто какой-то текст или слоган, обращение к вашим читателям и так далее. Дальше. Что касается HTML, кстати, его можно использовать. То есть как вариант, сейчас я вам покажу, как это сделать. Допустим, вы хотите, чтобы человек по клику, по слову, слово стало кликабельным и вело, допустим, на какую-то страницу. Ну, к примеру, вот на эту. Копируем ссылку и здесь пишем, используя HTML-код. Вставляем ссылку эту и закрываем нашу ссылку. Теперь нажимаем Save All Change. Перегружаем. Вот, вы видите, что мебель стала кликабельная. Это немножко цветом отличается. Так, дальше. Здесь у нас идет блок Future Area и надписи. First Future Area, Second Future Image, Third Future Image и False Future Image. То есть здесь первое изображение, второе изображение, третье изображение, четвертое. Я думаю, понятно, о каких изображениях идет речь. Вот этих четырех. Здесь идет подсказка, что наши изображения должны быть не менее 202 на 134 точки. Ну, давайте сразу это и сделаем. Давайте вот возьмем любую из этих. Как раз она где-то этого же размера. Вот я добавил одну, больше не буду. Я думаю, вам понятно.
перегружаем. Вот, и видим, что у нас здесь изображение поменялось. То же самое вы можете сделать с остальными. Так, понятно здесь, да? Future Description. То есть здесь вот раз заголовок, описание, ссылка. Что это конкретно? Это конкретно вот этот заголовок, вот это описание. Вот. Мне только до конца там непонятно было с ссылкой, потому что я пытался ее вставить, но что-то она мне почему-то не работает. Ну давайте попробуем. Заголовок. Давайте напишем заголовок для первого изображения. Здесь у нас описание для для первой секции напишем. Вот. Понятно, что здесь слов немножко больше должно быть. То есть ориентируйтесь вот на то количество, которое здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2. То есть где-то порядка 20 слов у вас должно быть в этой секции. Пишем текст. Нажимаем кнопку Save or Change. Вот, и видим у нас здесь заголовок и здесь описание. Я думаю, понятно со всеми остальными. Давайте посмотрим, что касается ссылки. Вот ссылка мне тут не совсем ясна. Первая ссылка. Напишите ссылку для первого изображения. Как вариант, может быть ссылка при нажатии на картинку. Ну, давайте пробовать. Опять же, возьмем любую ссылку, в принципе. Ну, давайте, опять же, вот возьмем из тех, которые у нас есть. Перегружаем, смотрим, что у нас тут получилось. Да, это у нас ссылка работает на файле, на самом изображении. То есть при клике на изображение вы переходите, посетитель перейдет туда, куда вы ему подставите ссылку. Значит, то же самое касается каждого этого четвертого, каждого из четырех блоков. Я думаю, понятно. Дальше я вам писать не буду. То есть здесь идет Second Future Healing, то есть заголовок для второй секции. Описание для второй секции и ссылка для второго изображения во второй секции. Для третьего и для четвертого. Следующая секция. Homepage to calls. Что здесь имеется в виду? Здесь идет заголовок для левой колонки, заголовок для правой колонки и описание для правой колонки. Какие-то колонки. Это у нас вот две колонки. Здесь идет по умолчанию надпись «Последние новости» и «Последние работы». И выводятся две записи, последние опубликованные в вашей ленте новостей, ваших рубрик. То есть вы можете написать здесь свои заголовки, допустим, написать не последние новости, но, к примеру, а там горячие новости. Вот. А вторую колонку озаглавить не последние работы, а, к примеру, акция. Сохраняем. Заголовки наши новые. Перегружаем. Ну и видим здесь надпись «Горячие новости», здесь акция. Вот. Теперь, к примеру, вы хотите тоже делать что-то похожее. Вот у автора стоит здесь видео, которое сразу можно просмотреть. Вот. И какой-то короткий текст. Ну давайте как вариант пойдем на YouTube. Возьмем первое попавшееся видео. Такое, чтоб не сильно страшная была. Вот, приключения Буратино, к примеру. Нажимаем кнопку «Поделиться», «Сгенерировать код». Берем старый код встраивания. Здесь надо учесть размеры, да? Потому что по умолчанию здесь будет идти 420-315 или может быть другой какой-то у вас. У нас здесь окошечко маленькое. Давайте посмотрим, а какое же окошечко нам надо. Так, открываем. Здесь у нас есть файл front page. Открываем этот файл и смотрим видео. Вот у нас видео, код авторский, да? А вот у нас размеры этого видео. 282 на 210. Ну, давайте попросим Google
282, ну, он дает 221 по умолчанию. Ну ладно. Теперь копируем этот код. Видите, уже с новыми параметрами окна. Вставляем этот код сюда. Теперь ниже кода пишем ну, какое-то короткое описание. Количество слов там, как вам нравится. Так, и нажимаем кнопку Save All Change. Смотрим, что у нас получилось. Перегружаем страницу. Вот, как видите, у меня появилось видео и появилось какое-то короткое описание. То есть здесь вы можете добавить видео, ну, хотите видео добавлять. Может быть, вы захотите изображение добавить. Как вариант, я могу это показать. Как это сделать? Это сделать несложно. Сначала это изображение давайте мы загрузим в библиотеку. Ну, к примеру, тоже какой-нибудь интерьер. Так, выбираем какой-нибудь файл небольшой. Ну, к примеру, этот. Загружаем его. Копируем ссылку. Понятно, что ссылку надо добавлять по правилам HTML-кода. Поэтому давайте сначала ее вставим. Точнее, даже не вставим, а сначала напишем эту, как правильно отображать изображение. Вставляем ссылку и закрываем. Теперь сохраняем. Вот. И сейчас у нас вместо видео здесь будет изображение. Вот, видите, да? Ну, единственное, что здесь, может быть, его надо подобрать такого размера, чтобы он не было здесь пустого места, а изображение стало, ну, скажем так, правильно. Ну, и какое-то короткое описание. Так, я думаю, с этим тоже вам понятно. Идем дальше. Вот, и последняя секция, которую нам надо настроить, это секция касается вот этой вот зеленой, зеленого фона. То есть здесь вы должны указать свой телефон, свой электронный адрес, а также указать, ну, скажем так, время работы вашей компании. Потому что все-таки шаблон этот, он не персональный, а скорее такой для небольшой фирмы по оказанию услуг или продаже мебели или еще чего-нибудь. Ну, давайте напишем любой телефон. Есть у нас такой вот МТС, мобильный оператор. Так, здесь пишем email какой-то. А здесь пишем время работы, к примеру. Понедельник, пятница. Там 8 утра и 18. Все, и теперь сохраняем. Перегружаем главную. И видим, у нас здесь появился телефон, email и время работы. Все. Это вот то, что касается настроек главной страницы. И последняя вкладка небольшая, Styling Option. Ну, скажем так, это если вы знаете CSS и хотите что-то поменять в ваших стилях, вот, вы можете внедрить сюда этот код. И он будет как бы главным и заменит тот код, который использовал автор в файле Style.css. Вот. Все, что касается настроек. Ну и пару слов о виджетах. На сайте три сайдбара. Ну, здесь их больше показано, но фактически три. То есть есть главная область виджета, вторая область виджета. В принципе, это одна боковая колонка. И вот здесь вы видите последние записи. А здесь вот виджет мета. Это вот то, что здесь у меня стоит. То есть я могу перенести сейчас вот сюда, освободить эту область. И мы увидим вот такой вариант, то есть будет все то же самое, да? Вот.
Сейчас поменяем местами. Видите, управление вверху, последние записи внизу. То есть это, в принципе, один и тот же сайдбар. Вы можете пользоваться каким-то из них. А почему их два? Скорее всего, это лайт-версия, а в про-версии там она более функциональная, но автор не стал удалять. И три. Первая область виджета в подвале, вторая область, третья область виджета в подвале. Это наши виджеты в нашем подвале. То есть вот здесь вот три я вывел, да? Вот ссылки, комментарии, текстовый виджет. Вот они у нас здесь стоят. Ссылки, комментарии и текстовый виджет. То есть здесь вы можете добавить по одному виджету, и у вас получится вот заполненная эта область в подвале. Да, еще такой момент интересный. Давайте я вам покажу. Очень часто в таких шаблонах, когда выводится по умолчанию внизу вот этот текст, под окном комментариев, меня иногда спрашивают, а как удалить вот это все, убрать отсюда. Значит, сразу хочу сказать, что этот текст удаляется не в файлах шаблона, а в файлах вашего WordPress. Поэтому, если хотите удалять, тут надо быть очень внимательным. Значит, я могу подсказать вам, где находится этот текст, в каком файле. У вас есть директория вашего WordPress сайта. В ней, в основной директории, ну, чаще всего это public.html или 3w. Там лежит такая папка, как wp-includes. Открываем ее. И здесь есть файл comment-template. Давайте его откроем. И попробуем найти. Я вам сейчас покажу, где находится этот код. Так, примерно он находится... Сейчас, секунду. Так, вот где-то здесь. Сейчас. Еще. Я вам скажу потом строку, и вам будет легче искать. Так, вот у нас есть, вот, you must be to post comment, logic, you might use this, использовать, так, угу. Вот эта строка, вот вы можете вот так вот взять, и между одинарными кавычками, обратите внимание, одна кавычка, и вот вторая кавычка, код. По-моему, вот так вот можно удалить. Сейчас я точно проверю. Сохраняем. Заходим, нажимаем F5. Так, я ошибся. Стоп. Так, ppp. Сейчас я верну, секунду. Я проверю. Вот так, наверное. Так, еще раз. Все. Вот, видите, у нас здесь это место освободилось. Все. То есть, вот вы можете найти эту строку. Строка 1540 в файле comment-template.php в директории wp-includes вашего сайта. И вот здесь вот удаляете все, оставляете только одинарные кавычки и точку и запятую в конце. Это не надо трогать, это удалять не надо. То есть мы полностью удаляем код, который выводится по флагу вот этому comment notes after. Понятно, да? Так, ну я у себя верну. А вы будете знать, где это нужно исправить. Только учтите, что потом, может быть, это как-то отразится на других шаблонах, если вы захотите вдруг какой-то другой шаблон использовать. Ну, хотя, в принципе, я думаю, не отразится, ничего некорректного не будет. Вот и все, что я хотел рассказать об этом шаблоне. Будут вопросы, пишите в комментариях. Надеюсь, шаблон вам понравится. Удачи!